Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Battle Legion. Теперь доступен режим путешествия. Окей. Кликните сюда. Здесь вы можете испытать себе и научиться новым приемам, сразившись с грозными врагами и чудовищными боссами. Допустим. Ваша армия в режиме путешествия отличается от вашей армии в режиме PvP. Вы можете в любой момент изменить ее состав. Допустим. Кстати, ребят, вам не кажется, что как-то расплывчато все? Или это так и должно быть? Ну-ка, проверим. Фи. Ну тут вообще на изи растоптали мы их. Награда 30 золотых. Так, открыть режим путешествия. Хотите передохнуть от сражений с другими игроками? Отправляйтесь в путешествие вместе со своим героем и странствуйте по чудесному миру. Слушай, ну вот это прикольно. Новый режим меня порадовал. Так, а что у нас вообще еще есть тут? Охота за головами плюс сражение. Босяцкий есть? Так, плетеный колос. Давай-ка я, наверное, схожу на этот рейд. Так, у нас здесь ассасинки, скелеты. Кстати, скелеты нам здесь, наверное, не нужны будут. Мы их уберем. Так, метатели плюс призраки. Голем. Голем нужен будет? Скорее всего, голем тоже нам здесь не понадобится. Здесь нам понадобятся песики. Это я тебе точно говорю. И, наверное, лучники. Так, лучники. И, наверное, вот так. Потому что это у нас плетеный колос. Плюс ко всему, наверное, у нас есть... Сила атака увеличивается. Окей. Ну что, давай проучим, наверное, этого колоса. Вперед. Сейчас мы ему всыпем. Так, используйте рейдовые эликсиры. Завершено. Так, ну что, как ты понимаешь, нам нужно с тобой нанести достаточно урона, чтобы уничтожить, да? Этот колос, точнее, снизить до нуля ему полоску жизни. И тогда будет победа за нами. Так, вот наш дамаг идет, показывается здесь. Ну и вот здесь наши секунды, сколько остается. Ну, я думаю, здесь мы с тобой победим. Так, замечательно, тыбич копьем этого колоса плетеного. Так, друзья мои, сколько мы с тобой сможем набить? 600 выйдет? Нет, не выйдет. Где-то около 570, да? Успех. Так, это у нас тут на английском языке что-то непонятный квест. Технический апдейт. То есть обновление должно быть какое-то. А здесь, пожалуй-ка, я заберу награду. Оу, тут вот что у нас появляется. Раньше такого не было. Так, еженедельный. Ну, достижение, это понятно. То есть ежедневные и еженедельные награды у нас есть. Вот оно что. А вот это что такое? А, ну это наша... Понял. Понял, что это такое. Так, дай-ка я, наверное, сюда зайду и посмотрю сундук, который у нас уже давным-давно здесь лежит. Так, и мы получаем с тобой... Понятно. Благословленный бомбот. Вот и все, что мне дали. Забираем здесь тоже награды. Так, открываем первый сундук. И 60 золотых. Сезонный опыт. Вот даже как. Ну, неплохо. Так, здесь открываем сундучок. Выпадает нам изумруд. Выпадает 304 монеты. Столб. И безликие рыцари. Так, берем с тобой опыт. Забираем деньги. И здесь вроде бы все. Так, с вашего позволения я еще гляну рекламки. Три штуки. Так, ну что же, нам достаются с тобой боевые псы. Так, все, сундучки мы посмотрели и будем продолжать. Так, ребят, я почистил себе клан. Запросить осколки, что же нам с тобой надо? Как бы мне, в принципе, нужен голем, если честно. Но прокачивать я буду, наверное, все-таки нашу девчулю, которая именно прикрывает щитами. Так, ну что,
Пойдем дальше с тобой в этот, в путешествие, я так понимаю, да? Посмотрим, насколько нас здесь хватит. Так, псы. Блин, ну неужели так и должно быть увеличено, а? Ну, наверное. Так, 40 монет мы с тобой получаем. Откройте вкладку события, чтобы узнать, какие события проходят в данный момент. Да я уже смотрел. Во время событий доступны дополнительные испытания и виды деятельности. Давайте изучим события охоты за головами. Говорят, там дают изумительные награды. А чтобы получить награду, выполните контракты с определенными отрядами вашей армии. Слушай, ну я же это все делал. Как будто, блин, меня так обучает. Вот и в первый раз я сюда зашел, согласись. Что-то мне не нравится это все. Так, во-первых, нам нужно с тобой что-то здесь забрать. Вот. Отлично. Так, теперь я, пожалуй, все равно пойду дальше вот сюда. Ох, ничего себе. Вы можете свободно расставить войска перед боем. Нажмите и удерживайте войско, чтобы переместить его. А мне и не надо перемещать. Смотри, здесь у нас... Сделайте необходимую корректировку, чтобы уклониться от бомб. Слушай, а мы же действительно, мы же можем с тобой сделать проще. Убрать вот это все. Нет, вот так поставим, потому что мои же сейчас побегут туда, я так понимаю, да? Вот и все, ребят. Делов, как говорится, на копейку. Так, очередная наша победа. 40 золотых. И мы с тобой передвигаемся. Куда? Вот сюда. Ты, вы меня напугали, что ли, этим? Сейчас у меня здесь зомби появятся. Блин, они... Они за стеной. В любом случае, здесь мы выиграли. Ну все, 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 хватит победу это праздновать. Что-то, ребята, что за зависоны? Вот скажи мне на милости. То есть это они так поработали над ошибками, что игра стала зависать. Молодцы, конечно, красавчики. Так, а, нам надо переиграть, оказывается, этот бой. Ну, я надеюсь, на этот раз мы закончим этот поединок. Закончили, наконец-то. Так, теперь здесь 350 золотых разыгрывается. И я такой шанс не упущу. Слушай-ка, подожди-ка. А знаешь, что мы с тобой сделаем? Уберем вот одну эту башню. А вместо нее знаешь, что сделаем? Смотри внимательно. Так, у меня здесь есть вот эти ребята. А, нужно двое. Две энергии, да? И поставим вот так. Слушай, подожди секундочку. У меня должны быть скины другие стоять. С какого перепуга все здесь поменялось? Я не понял. Так, а где... Погоди-ка, а где мои скины? Вот они, скины. Ё-моё, я уж думал, куда-то исчезли. Тогда давай посмотрим, что у нас еще на призраках. Вот. Отлично. Так, на рыцарях у нас есть скины новые? Нету ни шиша. А вот на метателях я знаю, что есть. Вот такой вот. Зачарованный. И, кстати, на башне тоже есть у нас новый скин. Вот такой вот. Все. Ну что, теперь в атаку. Я думаю, что этот ассасин нам ничего не сделает. Поехали. Бумс, мы его уничтожили. Ну тут, согласись, все довольно легко и просто. Так, 350 халявных монет мы с тобой зарабатываем и двигаемся вот сюда. Опять же, никаких проблем. В бой. Так, ассасина уничтожили. И этого, как его звать-то? Богатыря тоже забомбили. А вот то, что здесь дают 20 гемов, это уже приятненько. Что это там? Это кто такой? Это, видимо, скин ассасина, я так понимаю, да? Точно. Ой, зря он сюда, конечно, бежит, нарывается. Так, мы с тобой уничтожили 100 вражеских отрядов. Соответственно, я получаю награду здесь. И еще вот здесь вот. Сундучок открываем. И из него нам достается 121 монета и 80 опыта. Добро. Мы с тобой двигаемся дальше. Так. Блин, почему так размазано-то все? Я не понимаю, ребят. С чем это связано? Такого не должно быть, мне кажется.
Так, ну что, мы выиграли здесь. Дальше. Погнали в бой. Ассасин там бежит радостно такой. Все, запинали. И, судя по всему, последний поединок у нас здесь. Ух ты. Нажмите на противника, чтобы узнать его способности и эффекты, которым он обладает иммунитетом. Иногда первый взгляд бывает обманчивым. Слушай, я прекрасно знаю, кто она, не надо меня... Блин. В бой. Я знаю, что она делает. Вот и все. Напугать меня решили. 500 монет. А, так тут дальше есть. Ёк-макарёк. Друзья мои, мы пришли в родной город. 2 из 3. Так, с удовольствием забомблю. Ну тут вообще все как-то легко, согласись. Тогда дальше бежим. Сразу же в бой. Запинали этих скелетов никчемных. Дают, конечно, маловато нам наград, но фиг с ним. Так, а здесь-то что? Здесь вон лучники стоят. Прикрытые причем, да? Ну-ка, давай посмотрим. А призраки-то, оказывается, могут проходить через барьеры, а я не знал этого. Вот оно что. Ну, давай посмотрим, что здесь у нас получится. Так, богатырь — это полная фигня, да? Да, мы его запинали. Вообще разобрали. На изи. Интересно, и как я так далеко могу уйти? М? Тихо ты, успокойся. Смотри, что творит, а? Ребят, напишите в комментариях, у вас также размазано или это у меня? Я не могу понять. Все вроде бы четко, надписи четко, но вот именно сами персонажи какие-то смазанные. Так, тут у нас... Ага, ассасины получили. Легко, легкотня. Я так, наверное, далеко смогу уйти. А может быть даже пройти все это путешествие от корочки до корочки. Все, 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 все. Лучников с тобой запинали. Нормуль. 250 голды. 3 ассасина. Сейчас они тут встретятся. Хопа. Все, раззапинали. Здесь... Я не могу понять. 3 лучника нам за прохождение дают или что? Скорее всего, так оно и происходит. Сейчас посмотрим, какая тут награда будет. Ну да, нам дают с собой 3 лучника. Значит, здесь нам дадут вот этого чувачка, некроманта. И это будет круто. На халяву одного некроманта получить — это здорово. Замечательно. Так, проведите не менее 20 битв в режиме путешествий, да? Я это сделал, забираю награду. И сундук, судя по всему. Изумруд. И 120 опыта. Опыт у нас вот здесь с тобой копится потихонечку. Так, родной город. 3 из 3. Побежали. Я думаю, так же все будет легко и просто. Абсолютно никакого сопротивления я не вижу со стороны противников. Вижу только, что мы какие-то размазанные. Вот это меня как бы немножко напрягает. С чем это вообще может быть связано? Так, давай далее. Ах ты, гаденыши, башни меня разом уничтожили. Но это ничего страшного, все равно мы их победим. Прекрасно. Так, здесь нам дадут 5 лучников. О, с этими ребятами мы сейчас быстренько... Башня у нас тут стоит. Она их очень хорошо прожаривает. Как ты видишь, все. Двигаемся с тобой сюда. 100 монет у нас на кону. Пх, смех на палке. Называется так еще. Разрушители на передовой. Угу. Сосунки на передовой. Вот так надо было называть. Ну, 100 монет получаем. Так, теперь здесь у нас с тобой разыгрывается за победу один из вот этих защитников.
Работа издалека. Да, действительно, была работа издалека, и мы их уничтожили. Это еще к тому же типа босса был, оказывается. Видишь, какой значок здесь. Так, ну а тут-то что? Так, бомбы пробегают мимо. Слушай, по-моему, противник уже какой-то довольно крепкий, да? Заметил? Уже не так быстро мы его пробиваем. Ладно. Здесь 4 ассасина, 2 бомбы и куча всяких лучников и мечников. Копейщиков, да? Проще пареной репы. Так, по-моему, ребята, опять зависло. Ну да, придется перезаходить. А нет. Как говорится, прогрузилось. А рыцарь тыла. Так, ну-ка посмотрим, что нам здесь выпадет. Ох ты, друзья мои. Паладин, дикарь, это, по-моему, скин у меня есть. Или нету? Ну, это дубликат. Ух ты, барабанщик королевский. Такого не было у меня. Так, ну что, у нас на кону с тобой 4 песика. Погнали. Лучники стоят тут, думают, что они в безопасности. Они ошибаются. Давай, 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 ломаем их. Вот и все. И, судя по всему, последнее испытание, друзья мои. Дальше там нечего. Вот катапульта, это плохо. Да ёк-макарёк, что вы там... Давай, вот это вот есть. Катапульту уничтожим, ну а дальше, сам понимаешь, все на изи. Ах, вот оно как. Открыт новый регион. Разбойничий городок. Ты прикинь? Я-то думал, что мы с тобой пройдем все, а тут вон как сделали. Слушай, ну тогда респект. Вот за такую обнову им респект, друзья мои. Так, ну-ка давай-ка. Разбойничий городок. В этой сельской области за каждым углом скрываются воры и разбойники. Может быть, удастся заручиться их поддержкой? Посмотрим. Так, разбойничий городок. Поехали. И я так понимаю, с каждым разом все сложнее и сложнее будет, да? Кстати, мы же с тобой могли пополнить армию. Я совсем забыл это сделать. Так, давай-давай-давай этих гвардейцев, лучников, все. Заколбасили. Так, ну-ка посмотрим. Да, действительно, у нас же с тобой добавили. А я сделаю вот так. Чтоб им пусто было, да? 2 ассасина. Ох, они сейчас будут разруливать. В бой. Так-так-так, подожди. Давай, вот этого. Эти ассасины должны победить, да. Ну, этих ребят в кольцо мы взяли и уничтожили. Так, здесь у нас разыгрывается с тобой 120 монет. Вон они, видишь, что делают? Просто вырезают этих лучников, как сосунков. Довольно легко и просто. Мне нравится. Так, здесь плюс 3 лучника, если мы с тобой проходим. О, смотри, кто здесь. Сейчас его ассасины уничтожат. Да, они, конечно, имба. Так, дальше у нас 35-я миссия. Сейчас вырежем всех лучников. Чуф-чуф-чуф. И этого заодно колдуна завалили. Все. Быстро как-то, да? Быстро. 36-я миссия. Ну, к катапульте уже крышка. Сразу тебе говорю. Магу тоже крышка. Все. 37-я миссия. Так, а у него тоже ассасины, да? Ну, у нас-то здесь... Ага, не по зубам им. Шикарно. Интересно, как далеко мы с тобой сможем пройти, а? Ух ты, какая интересная катапульта. Как она выглядит, прикольно. Блин, все-таки немножко меня напрягает вот эта вот расплывчатость. Не знаю почему. Так, 120 монет. Погнали. Так, а здесь у нас, смотри, они сразу появились, уничтожили 2 катапульты. Вот это да, ассасинки, конечно, здесь мощны.
Да кто там, снеговик, что ли, какой-то? Сейчас мы его... Это был Дед Заморозка. О, это что за волчара такой здоровый? Смотри. Фига себе. А что это там за большой такой волк был? Слушай, ну мы с тобой в этом путешествии можем даже неплохо подзаработать. Я имею в виду в плане того, что мы получаем мага, например, здесь 5 лучников тут, 2 убийцы здесь. Это круто. Так, мне такое ощущение, что я кого-то могу прокачать. Нет? Могу, конечно. Но нет, эту башню я не буду трогать. Короче, на поле боя никого не могу прокачать. Единственное, что можно сделать, это поменять нам... Что нам поменять? Тут, наверное, новый уровень сделать. Поставить герб. Потому что мы с тобой все равно здесь заморозкой не пользуемся. Поехали. Паника. Да, у этих ребят действительно паника. Так, еще 50 монет. 150 на кону. Так, вот эту вот штуку мы, наверное, с тобой не успеем уничтожить, да? Она прокатится мимо. Окей. Ну вот и все, доигрались, ребятушки. Победа. 150 монет в копилочку. Так, смотрим, что здесь у нас. Ох ты, 2 тележки, ребята. Это плохо. Это плохо, они все снесли, что могли. Прикинь, на своем пути. Ну, у меня ассасинки там просто наяривают, будь здоров. Вырезали всех, абсолютно. Молодцы, красавцы. Так, 5 лучников разыгрывается. Этому крышка. Эй, ассасинки, куда бежим? Вот, давай, давай, отлично. Все, лучников уничтожили, а дальше уже мои рыцари, как говорится, и молотобойцы здесь добили. Вот здесь будет похуже. Фига! С какой скоростью она полетела? Давай, давай, вот этого вот. Забомбашили. Ну и здесь тоже для нас ерунда. 46-я миссия. Песики. Вот с песиками очень плохо, ребята. Они, во-первых, очень быстрые. Опа, мы с тобой что, можем прокачать, получается? Погоди-ка секунду. По-моему, мы можем прокачать с тобой. Сейчас я должен лично в этом убедиться. Вот она, да? Повелительница смерти. Замечательно. Она у меня получает какой? 6-й уровень. Лучше бы, конечно, было бы 8-й, но 6-й тоже неплохо. Забираем здесь награду. Так, завершите бои событий 3. Откройте повозки в главном лагере. Сразитесь с боссом в клановом рейде. Кстати, насчет босса в клановом рейде, мы же с тобой не завершили. Надо завершить это все дело. Погнали. Пока есть, ребята, ключи, надо их, естественно, использовать. А общее количество здоровья у этого колоса плетеного 41. То есть, я так понимаю, вот если мы, например, отнимаем у него жизнь, у него уже будет 40. И когда у него кончатся жизни, то, соответственно, заканчивается, наверное, и ивент. Так, все. Мы его подбили. И успех. Да, ребятульки тут. Егор вообще меня переплюнул. Он не только меня, он всех переплюнул. Так, у нас еще есть попыточка, так что давай ее использовать. Сразитесь с боссом в клановом рейде 3 раза. Мы завершили с тобой это событие. Давай, 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 родные, пинайте. Причем урон считается даже тот, который наносится вот этим вот деревянным постройкам. Не обязательно, как говорится, самому плетеному колосу бомбить.
самый, наверное, наилегкий босс, который вообще ничего не делает, просто стоит на месте. Но вот здоровье... Ребят, мы, наверное, не успеем его бомбануть, да? Прикинь? Провал. Вот это да, вот это фейл. Вот это фейл был. Так, открываем сундук. Что у нас тут? 273 монеты и плюс 160 сезонного опыта. Погоди-ка секунду, а у нас же тут... Так, секунду, тут-то что, забираем. 18 ловушек ледяных. Плюс 54 грибочка. И лучники. Да, друзья мои, мы можем с вами улучшить наших лучников. Так, где они? Вот. 8 уровень они получают, и мы вставим в них камень. Так, первая атака наносит на 300% больше урона. 50% от урона наносится этому отряду. Увеличивает силу атаки на 20%, снижает максимальный уровень здоровья на 15%. Так, я думаю, что вот это, наверное, мы с тобой будем использовать. Отлично. Так, погоди-ка секунду, у нас тут еще награды. Забираем. Последний сундучок. 200 опыта. Так, завершите бои событий. Открыть повозки, а остальное все завершено. Получите ежедневную повозку в разные дни, 5 штук. Наберите 1000 опыта сезона. Уничтожьте вражеские отряды. Вот насчет вражеских отрядов мы, наверное, с тобой все-таки сделаем сегодня. Погнали. Так, что у нас тут? Они даже пикнуть не успели. Эти токсики, которые там были, они даже не успели ничего сделать. Так, давай-давай, запинывай их. Слушай, может быть, это что-то в игре у нас стоит не так, а? Подожди, дай-ка я гляну. Слушай, да тут ничего такого нету. Тут по графике вообще никаких настроек нету. Ну почему же тогда такая вот расплывчатость? Вот что мне непонятно. Так, ну я так понимаю, здесь победа опять же за нами. Естественно. Патруль коллектора пройден. Так, ну здесь тоже вот этих, сейчас мы токсиков уничтожаем, плюс катапульты. Шикарно. Скользкий путь тоже, как говорится, пройден. И здесь нам дадут за прохождение, естественно, заклинателя ледяного. Вот он. Так, это у нас 3 из 3. То есть это последнее у нас событие. Так, секундочку, что у нас тут? Ничего, просто так, да, показали? 1300 нужно, 1300, а у меня только 1024. Конечно, хотелось бы открыть новый какой-нибудь облик. А здесь мы с тобой забираем. Получите артефакты, а, улучшите артефакты, ага. Пройдите успешно один клановый рейд, пройдите испытания в 2 сражениях. То есть сундуков-то здесь хватает, по большому счету. Ну что, поехали. А что это он такой, нифига? Но здесь, я думаю, мы победим. Да, не напрягайся. Закромсали 50 монет. А вот здесь вот будет похуже. Она сейчас будет скелетов реанимировать. Хотя уже ничего не будет, мы ее подбили. Мои ассасины со спины ей натыкали кинжалов в спину. Ну что, ох ты, ничего себе, они здесь баррикад понаставили. Эй-эй-эй-эй-эй. Вы рыцари-то будете бомбить? Вот так вот. Совсем другое дело. Так, ну что, тут у нас 3 ледяные ловушки. Нифига, он тут здоровый стоит. Богатырь. Сейчас мы его закромсаем. Все. Крестовый поход называется был. Угу. Вот 200 монет.
Сейчас лучников ассасины начнут бомбить. Смотри, просто вырезает одного за другим. Без проблем. Так, дальше. И что он тут хочет этим сказать? Не понимаем. Конечно, порвем, ребят, тут вообще без проблем. Если бы у него были бы святые паладины, и он бы ставил вот это вот, вот как здесь, это да. А то, что до этого было, я вообще не понимаю. Бред какой-то. Все, победили. Да мы с тобой так пройдем сейчас быстренько это событие. Сейчас у нас здесь ассасины появятся, уничтожат вот этих всех алхимиков. И все. Ну что же, предпоследняя миссия. Я за эту катапульту вообще не переживаю. Лучиков сейчас тоже тут порешают. Все. Последняя миссия, где мы с тобой зарабатываем одну катапульту. Ведь зарабатываем? Да, конечно, зарабатываем. Тут в бирюльке играть не привыкли мы. Так, железные укрепления у нас с тобой появляются. Открыт новый регион. Так, увеличение поля боя. Плюс нам доступны дополнительные очки. А сколько тут... Ой, тут много. Скоро появятся новые режимы. То есть максимально сколько тут? До древней дороги, да? Или темной пустыни? Но тут и так проходить прилично, если честно. Тут и так проходить прилично. Так, ну а что у меня здесь-то по основному идет? Давай хоть вспомним. Поехали. Ну. Так, вспомнил, что у меня здесь некромант. Ну-ну-ну-ну-ну, скелеты, скелеты. Чё-то, по-моему, тут фейлимся. А почему фейлимся? Что-то мои башенки здесь очень фиговенько бомбят. И некромант, если честно, тоже не особо здесь хорошо вжаривает. Ну. Где там лучник-то мой? Есть. Шикарно. Прострелил их. Так, ну что, давай попробуем еще поединочек. Ох, ёк-макарёк, ну тут, конечно, фейл. Ребят, тут просто армия сейчас меня задавит, наверное, скорее всего. Да, не вовремя вы скелетики-то появились где-то сзади. Хотя, с другой стороны, они, может быть, с тыла-то будут и лучше. Смотри, смотри, что делается. Что-то там давка, давка такая капитальная идет. Они не могут ходить на отравленной вот этой вот лужайке. Они очень медлительные. Слушай, за счет вот этого, скорее всего, мы с тобой и выиграем. Или не выиграем? Нет, должны выиграть. Вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот, есть, да. Ребят, прикинь, вот так вот. Замечательно, мы здесь с тобой выиграли. Так, ну что, давай еще посмотрим. Блин. Ой, ненавижу я вот этих вот чувачков с кувалдами. Ну тут, походу, фейл. Или не фейл, сейчас посмотрим. Видишь, там скелеты все полегли мои. А, так у него друид, оказывается, был. Я думаю, что он такой здоровый-то здесь. Здесь проиграли мы, к сожалению. По глупости по моей. Ну ладно, бывает, что ж поделаешь. Так, тут ассасины, видишь? Ну-ну-ну-ну-ну, давим, 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 давим. Че, неужели фейл? Да ну, быть не может. Так, ворона чертова, ты смотри, что делает, а? Прикинь, проиграли. Твою налево. Знаешь, что я тебе скажу?
Вот эти вот скелеты мои, они предназначались в свое время для... Как тебе объяснить-то? Ну вот здесь вот, да, скорее всего, может быть, что-то сделают. Сейчас проверим. Да, скелеты появляются вовремя. Но без защиты остается некромант. Хотя он здесь справился. Так, если бы вот мой лучник бы еще нормально бы здесь бомбил бы по ним. Вот этот лучник. Слушай, хотя здесь победим мы. Да-да-да-да-да, все у нас хорошо получается. Фух. Так, ну что, мы зарабатываем с тобой еще 5 гемов, ко всему прочему. Сколько? Скоро сундук, да, получим? Поехали. Ну, вот здесь вот похуже. Здесь замедляшка, конечно, срабатывает. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, надеюсь, вот эти мои скелетики нам здесь помогут. Да куда же вы все в кучу-то, господи, ну... А кто нас отравил? Скажи-ка мне на милость. Слушай, как думаешь, пробьем? Мы должны их задавить, да? Своей чисто массой. Да, раздавили их. Как клопов. Так, ну что же, я готов, друзья мои, еще к одному поединку. Хм. Вот здесь вот фиговенько-то у нас все. Вообще фиговенько все, ребят. Ты посмотри. Башню вот эту вот надо было уничтожать. Вот эту башню, она же тут самая, блин, противная. Ну, мои разве понимают это? Нет, конечно. Сейчас башня их всех, моих големов уничтожит. А, так тут еще и ангел у него оказывается. Ёк-макарёк, а я его и не увидел. Да. Есть. Лучник, красавчик. Застрелил. Так, ну что, вот и сундук. Так, друзья мои, ну что, я предлагаю, наверное, на сегодня пока закончить. Так, заберем-ка мы здесь с тобой награду. Вот так вот. В принципе, неплохо. Обновление мне понравилось. То, что вот здесь есть режимы. Также у нас еще, не забывая, охота за головами. Надо будет сделать, обязательно пройти. Но в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.